Здравствуй, фестиваль. Сейчас я расскажу, как внести изменения в уже заполненную заявку в вашем личном кабинете. Изменения можно вносить за 7 дней до начала конкурса, то есть пока ваша заявка не получит статус «Добавлена в конкурсную программу». Итак, заходим в ваш личный кабинет, вводим вашу почту, пароль и нажимаем «Войти». Попадаем в личный кабинет. Можно еще раз нажать на мои заявки. Вот у меня одна тестовая заявка есть. Видим здесь статус заявки прохождения квалификации. Сейчас доступны все изменения. Вы все можете поменять. Для этого можно сделать все очень просто. Вот, например, я неправильно указал свою возрастную категорию, и мы меняем возрастную категорию и нажимаем кнопочку «Сохранить». Нажимаем «Сохранить», проверяем и видим, что возрастная категория изменилась. Также можно изменить и любое другое слово. Например, название произведения. Его тоже можно изменить. Нажимаем «Сохранить». Еще раз проверяем. И видим, что название произведения тоже изменилось. Вот такое очень простое и короткое видео об изменении заявок. Спасибо.